Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день. Меня зовут Роман Лаевский. Я сейчас нахожусь в Севастополе. И несмотря на то, что я уже не раз показывал вам, как я снимаю заработанные в компании FFI деньги, что они настоящие, что они реальные, сегодня я записываю свое очередное видео. Вот она, карточка. Такую карту присылают каждому партнеру компании FFI. Эта карта работает во всех банкоматах мира, где принимается карта Visa. И сейчас, несмотря на то, что я нахожусь не в своей стране, на Украине, я буду снимать крупную сумму денег. Вы сейчас увидите, сколько. Итак, прошу показать, как я это делаю. Засовываем карточку, выбираем язык. Выдача наличных. Другая сумма. Посмотрим. Нам банкомат пишет, что максимально за раз он может выдать 8000 гривен. Так и набираем. 8000 гривен. 8000 гривен это 1000 долларов США. Подтвердить. Печатать чек. Пускай печатается. Посмотрим. Карту нам выдали. Теперь выходят деньги. Смотрим. Это 1000 долларов США украинскими деньгами. И это еще не все. Мы сейчас будем несколько раз такую сумму денег снимать. Давай, будем без остановки засовывать карту. Опять выбираем язык русский. Набираем пин-код. Выдача наличных. Другая сумма. 8000 гривен. Видите, он не дает за раз больше суммы, поэтому нам придется снимать несколько раз. Карту. Смотрите. Выехала еще такая же стопочка денег, кладем их к этой. Ну и чек. Засовываем опять карту. Выбираем язык русский. Вот. Выдача наличных, другая сумма. Снова 8000 гривен. Вот и печатать чек. Итак, пошла уже третья 1000 долларов. И вы это видите своими глазами. Деньги настоящие, банкомат не может обманывать. Да, я засниму, как выезжает. Третий раз 8000 гривен. Я думаю, те, кто живут на Украине, не каждый в руках держал даже такую стопку денег. Опять засовываем карту, набираем язык, набираем пин-код, выдача наличных, другая сумма и снова 8000 гривен. Печатаем чек. Ну вот видите. Теперь в банкомате не хватает денег, что. Вот у меня чек, я только что получил чек. Какая сумма у меня там еще осталась. Вы видите, да, вот мне выдано. Вот еще какая сумма осталась. И на этом банкомат. Ну попробуем еще раз. Может быть, он там напишет нам, что другую сумму можно запросить. Человек сзади стоял, аж обиделся, что мы все деньги в банкомате забрали. Пишет, давай 8000 гривен-то еще можно. Оказывается, банкомат. Не хватает ресурсов банкомата, чтобы выдавать зарплату FFI. Но вот мы снова стоим у этого же самого банкомата.
потому что вчера он нам не так и не дал снять все заработанные деньги за последние 2 недели в FFI, даже меньше, чем 2 недели на самом деле. Вот такая карточка, я вчера вам показывал. Попробуем снять оставшиеся деньги. Снимать. Засовываем карточку в банкомат. Выбираем язык. Пин-код. Выдача наличных. Другая сумма. Отлично, 8000 гривен за раз. Это 1000 долларов. Печатаем чек. Выходит карта. Вот она, пачечка денег. Ну давай еще. А, чек. И еще раз. Выдача наличных, другая сумма. 8000 гривен. Мы сейчас в Севастополе находимся, на спецтренинге. Это Украина, поэтому деньги снимаем в гривнах. Карта нам больше не понадобится, убираем ее. Ну вот еще 8000 гривен. Итого сколько у нас получилось? Итого у нас получилось 5 раз, вчера 3 и сегодня 2 раза по 8000 гривен. В итоге 5000 долларов.